Очень здорово, что перед прорывом получилось поучаствовать в таком проекте, как мототерапия. Подарили детишкам эмоции и, возможно, немного счастья. Прорыв – это первый выезд перед сезоном, проверка техники, возможность зарядиться от огромного количества зрителей энергией на весь сезон. В этом году была интересная, но в то же время сложная площадка. Она состояла из двух локаций, в которых одновременно нужно было постараться сделать какую-то активность. Показали парн-дрифт, показали элементы такие как восьмерка, круг на месте, круг вокруг машины, бернаут. Все, что можно было выжать из этой площадки, мы выжили. Также прорыв – это, так скажем, открытие сезона для нас. Проходит все в закрытой площадке, никаких факторов погоды и прочего нет. Мы здесь можем проверить свою технику, проверить себя и подготовиться уже к серьезному чемпионату RDS-GP. Потрясающее шоу, мы впервые, нам очень понравилось. Против, если бы мой сын начал заниматься чем-то похожим.